Департамент полиции предупреждает жителей региона быть особенно бдительными и осторожными при получении звонков от якобы операторов мобильной связи, утверждающих, что срок годности их сим-карт скоро истечет. В последнее время наблюдается увеличение случаев мошенничества через звонки, в ходе которых мошенники говорят об истечении срока годности сим-карты и предлагают свою помощь в продлении ее срока годности. Поэтому очень важно, чтобы граждане проявляли осторожность и не доверяли подобным звонкам, особенно если они приходят с неизвестных номеров. Недавно в полицию поступило обращение от жителя, который сообщил о звонке от лица предполагаемого сотрудника оператора мобильной связи. Этот сотрудник уведомил гражданина о скором истечении срока годности его сим-карты и предложил продлить срок, указав для этого определенный смс-код. Доверившись звонившему, гражданин ввел код, после чего столкнулся с непредвиденными последствиями. Мошенники, получив доступ к этому коду, смогли осуществить манипуляции с его личными данными и даже оформить кредит на его имя. Никогда не следует предоставлять личные данные или вводить коды, полученные по телефону. Для более надежной защиты себя от подобных афер рекомендуется обратиться напрямую в службу поддержки своего оператора мобильной связи по официальным контактам, чтобы уточнить информацию о статусе сим-карты или любых других важных вопросов. Валентина Леонова, ИРТС Акпарат.